Охуеть. Ребята, всем привет! У нас сегодня четвертая серия Call of Duty. Читайте всегда ось цього все, ну типа показує, що пережив герой і так далі. І ви будете в курсі, що робиться, тому що я дуже довго читаю, я не хочу. Я лучше буду проходити ігру, так буде легше вам і мені. Начинаємо. Вставайте, вставайте, просыпайтесь! Подтягивайтесь! Уходите с улиц, миномет! Ладно, у миномета случился перерыв. Джонсон, верно, пойди капитан. взгляни. Черт, они достали их! Долбоёб. У нас Сука, гости! Цепись посерьезно, ребята, блядь, бачу. Сзади! Это Тигр, Мартин! Возьми с собой пауз и разберись с ним, ядреной фене! Сзади! Серьезно. Льюис Франклин, удерживайте церковь! Кто там еще есть? За мной! Походу миссия будет на изи для меня, да? Блядь, сука, дай мне автомат. Мартин. Перестраиваем! Перестраиваемся! Сюда! Отлично! Танк Тигр в скамбурге! Мартин, возьми еще панцерфаун и разберись с ним! А мы займемся пехотой! Ты
Блять, хуй його знає, де нахуй, що робиться, сука. Я так, що я просто. Ёбаный мать, а ну пацаны организуют. Бать, красавчик, пацаны. Реально, лайк, лайк, работа хорошая. Все гранаты, которые у вас еще Поехали, капитан. Ха! Сейчас покатаемся. Мартин, сюда! Забирайся в машину! Сейчас покатаемся, походу, бля. Хорошо, капитан. Допустим, мы вернемся в батальон на этой передвижной мусорке. И что я им скажу? И да это лично майору Шепарду. Скажи ему, что группа Бейкера удерживает город, но не сможет делать это долго, если нам не помогут. Понял, да, сержант? Сэр, разумеется. А мимо врагов мы проедем во французской консервной банке. Нарисовать на ней мишень, по-моему, в этом нет необходимости, сержант. Так что если у тебя нет идеи получше или работающей рации, действуй! Удачи тебе! Ну и ну, ребята, я уж и не верил, что мы справимся. Ты пизды, ну, конечно, особенно если ты уже отрастил крылья и собираешься туда полететь. Там же всего 6 миль, рядовой. Заткнись и займись делом. Все, ребят, всем до следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, то ставьте лайки. Всем барбарумия.